сестры. Сейчас вы узнаете о самых актуальных новостях Церкви Свет-Правды. Во вторник проходит финансовое служение в 19:00. ПНЛ теперь проходит по вторникам в 19:00. Домашние группы проходят по средам и четвергам в 19:00. Каждую субботу в 11:00 проходит комната исцеления. А на выходных у нас проходит два служения. Молодежное в субботу в 18:00 и общее служение в воскресенье в 11:00. И я дам вам здоровье и исцеление. Я исцелю мой народ и открою ему изобилие мира и безопасности. 9 ноября пройдет служение исцеления для всех нуждающихся в исцелении. Encounter – это особая встреча с Богом лицом к лицу. Основной целью этой встречи является полное преобразование внутреннего естества, ведущее к рождению и развитию характера Христа в нас. Время энкаунтеров, присутствие и действие Бога так интенсивно, что это действительно напоминает столкновение. Это время, которое Бог назначает для особой встречи со своими детьми. С 18 по 20 ноября пройдет женский энкаунтер. Для того, чтобы узнать подробную информацию и записаться, вы можете обратиться к Айгуль Власовой. Совсем скоро, в честь дня рождения церкви, состоится семейная конференция «Следуй за мной». Эта конференция не только для взрослых, но и для детей и подростков, поэтому ее можно посетить всей семьей. Плодотворному общению с Небесным Отцом нам часто мешают обстоятельства, усталость, неорганизованность. Раннее пробуждение поможет преодолеть эти преграды и сделать шаг навстречу к Богу. Книга обязательно станет вдохновением и ободрением для тех, кто уже множество раз обещал себе все начать сначала, а также она поддержит и тех, кто проводит свое утро в общении с Богом. Эта новинка уже есть на нашем книжном столе. До скорых встреч! Всем благословенной недели!